Народный образцовый ансамбль «Шатык» был образован в один год с обретением независимости Кыргызстаном. И за 25 лет участники ансамбля не раз покоряли мир своим умением и талантом. Шатыковцы по давней традиции будут выступать на площади 31 августа. О том, как проходит подготовка к празднику, расскажет Елена Ткаченко. Чтобы пара пальцев не торчали. Вот локоть. Художественный руководитель ансамбля «Шатык» Сырга Латыпова преподает с самого его основания. Во многом благодаря ее труду и упорству ансамбль стал известен во всем мире. В течение 25 лет наш ансамбль расширился. Ну, где-то 500-450 детей к нам ходят точно уже в ансамбль. Очень много ездим. Чем костюмы. Ну, примерно на конкурс очень много наши дети ездят. Родители осознанно везут наш ансамбль, ведут детей, чтобы дети получали какую-то нагрузку. Они из них не хотят там делать профессионалов, может быть, но чтобы ребенок чем-то занимался более профессионально. Воспитанники ансамбля «Шатыка», их около 500, отличаются преданностью выбранному делу. Ведь во время подготовки к мероприятиям репетировать приходится по 4-5 часов практически каждый день. У меня никогда не было в мыслях бросить танцы, потому что это как бы частичка меня. И я вкладываю в это очень огромную такую чистую душу. Вот. Я была во многих странах, в Турции, в Ереване, в Казахстане. Мы еще поедем в Китай, в Кувейт, надеюсь, все получится. Вот. Также я хочу в будущем продолжить карьеру, именно связывать с танцами. Хочу, чтобы у меня все получилось. Сейчас большая часть времени уходит на подготовку к выступлению на День независимости. Каким именно будет номер, пока держится в секрете. Но основатель ансамбля Эрик Латыпов приоткрыл нам завесу тайны. Музыка, она очень интересна. Почему? Потому что молодые наши композиторы, ребята, сочиняют, берут фольклор, перестраивают ее на современный лад, чтобы это была не заезженная одна и та же музыка каждый год, да, а что-то интересное такое, стилизованное, современное, с национальным колоритом. Костюмы у шатыковцев впечатляют. Стоимость одного платья составляет от 12 до 14 тысяч сомов. Шьют их в ателье одного известного дизайнера. За 25 лет «Шатык» стал самым популярным и престижным ансамблем в стране. И участники не собираются останавливаться на достигнутом. Елена Ткаченко, Аскар Улан-Улу, Общественный первый канал.